В текущем году, в июне месяце, было заключено 3 контракта на осуществление ремонтных работ на основании реализации программы о приведении зданий и сооружений образовательных организаций в соответствии с требованиями законодательства. На сегодняшний день заключено 3 контракта. Первый контракт уже реализован. Второй и третий находятся в стадии завершения. Заменено 12 и 17 оконных блоков. Это кабинеты начальной школы, коридоры первого, второго этажа. Кроме того, заменены окна в актовом зале и в кабинете узких специалистов. На сегодняшний день проблема замены школьных окон остается. Не хватает еще 24 окна. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.